Ребята, сегодня максимально легкая задача для вас. Нужно за белых дать 36 шахов подряд и выиграть партию. Действуйте! Вы, конечно же, нашли ответ, поэтому давайте его посмотрим. Начинаем с шаха ферзь А8. Приближаемся ферзем с помощью шахов. И съедаем пешку на Е5 тоже шахом. Возвращаемся к нашим шахам, чтобы продолжить съедать еще и другие фигуры. Но действовать нужно всегда шахами. Теперь съедаем коня шахом. Вновь наша лесенка. Приближаемся к ферзём, съедаем пешку на Е5 шах. Возвращаемся к нашей схеме. Делаем шах на D4. Шах на D3. И съедаем еще одну пешку шахом. Вновь возвращаемся к нашим шахам. Лесенка. И вновь съедаем пешку шахом. Лесенка, коп, съели на d5, и позиция выиграна.